Всем кому привет. С вами Лена Ричтова. Сегодня вы не представляете, как я устала. Просто пригласили меня фонд «Быть добру». Кто знает такой фонд, типа «Быть добру» и тому подобное, тот, наверное, поймет, на что я намекаю. Было сегодня, правда, хорошо. Хорошо объелась. Я даже таблетку сейчас приняла. Хорошо позажигали. Так, на что я хочу... То есть, что хочу вам сказать в этом видео. Как бы сказать, 9 декабря ко мне приезжает посылка. Может быть, я сделаю на нее обзор. Но это не точно, потому что... Почему я постоянно снимаю именно с такого ракурса камеры? Потому что плохая у меня передняя камера... Вся замыленная, разбитая. Я даже удивлена, как мой планшет до сих пор живет. Хотя не так уж она и разбита, просто замыленное все. Так что если я начну там снимать, то... Но если вы хотите, чтобы я снимала с другого ракурса, то, возможно, я возьму либо мамин, либо телефон своей тети. Сниму, потом пришлю сюда, и обзор будет. Ну, вы, короче, пишите комментарии, ставьте лайки. И пишите, хотите ли вы обзор на эту посылку или нет. И насчет посылки. Какая будет посылка? Я, пожалуй, это оставлю в тайне, чтобы сохранить интрижку и ваши интересы. Жду ваших комментов. Пишите побольше. И ставьте лайки. С вами была Аленка Ричтова. Всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр этого видео. И спасибо за большой ряд наших подписчиков. А, да, чуть не забыла. С новым 2020 годом и с Рождеством. Целую.